я, знаете, пусть немножко отдохнуть, я сейчас отправлю на кулисы. Идите, да. Почему я так делаю? Потому что следующая песня... А следующая песня, я ее сам понял. Я ее, собственно, написал. Так вот, очень личная песня, посвящена моему очень близкому другу, ближайшему моему другу, моему куму, собственно говоря. Я ему посвятил уже, это уже третья песня. Первая песня была «Пора, мой друг, пора». Не «Пора, мой друг, пора» туда, да? А «Пора, мой друг, пора» как бы вот уже с алкоголем как-то свои отношения начали. Да? Ну, у него здоровье бычье, поэтому это его подводило все время, потому что он мог выпить море. Вот как, знаете, у Изопа, помните, вот эта пьеса про Изопа, там Дюксан поспорил, что он выпьет море, а потом, так сказать, когда протрезвел, ему говорят, выпей море, Дюксан. Он пошел к Изопу, а Изоп говорит, ты скажи, чтобы, значит, они речки-то, пусть от моря, а говорит, тебе надо его выпить. А кум он был в этом море с речками. Просто здоровье. Ну, здоровье всех нас подводит. В конце концов, вот вторая песня, это «Прогулка» называлась. И вот я уже третью написал. Я жене родной, любимой, написал две песни. Но тут есть такая штука. Жена, слава богу, не дает информационных поводов. Я написал песню, что я ее люблю. Вот написал песню. Ну, люблю. Ну, хорошо. Люблю, да, хорошо. Через 10 лет еще одну написал. Ну, другого не, повода нет информационного. Опять люблю, вы понимаете? Вот так люблю, так люблю. Прямо, да. Я забыла, конечно. Действительно. Но не удивляется. Конечно. Совсем, конечно. Еще сильнее. Еще сильнее. А кум, он дал просто информационный повод. Он взял и бросил. Ну, это повод. Для кого-то это так, а для нас это такой повод. Мы все страшно рады. И ничего в этом такого нет. Это слава Богу, это замечательно. Это очень рад. Но в каждой компании, наверное, есть такой, да? Ну, многие знают, да? Кто-нибудь там бросит компанию и становится объектом шуток, подколов. Там, это, ну, это все по-дружески, все. И кум тоже, все по-дружески. Но здесь есть один нюанс. Значит, его подняли на щит просто, вы знаете, наши поступки. Ну, у человека в естественной среде, в природе, как я говорю, у него нет естественных врагов в природе. Человек – вершина пищевой цепочки. То есть он всех может съесть, да? Но человека может съесть… Жены, они выше нас, они нас могут съесть. Вот все-таки жены – вершина пищевой цепочки, не человек. Это редкие мужские аплодисменты раздались, которые не перешли в одобрение всего зала и не могут перейти по естественным причинам. И вот мы и началось. Вот он бросил. Вот он же может. Вот, Миша, ты смотри, а ты? Ну что ж такое, понимаете? Вот, понимаете? Одно гнилое яблоко в мешке. Сойдется, все, без ничего пропадает. Все это вот. Еще он такой культурный стал, просто не подойди, он приличный. Ну ладно, мы же его любим, поэтому... Ну я написал песню, которая называется «Кум бросил пить». Ну же он такой информационный был, ну как мне тогда? «Кум бросил пить». Кум бросил пить, что за нелепая картина. Звучит как парадокс, оксюморон. Но все равно как, ну я не знаю, Папа Римский стал раввином. Или Билл Гейтс купил себе айфон. Кум бросил пить, об этом написал Financial Times в разделе новостей. И сразу вмиг упали акции «Кристалл» и производители текилы всех мастей. Мы водку пьем, живем в чаду и браке, а он, типа, ты понимаешь, идет в музей и на балле. И кажется, типа, как будто он во фраке, а мы, типа, в трейлерах и в майке, и в стебле. И вот придет он с этого балета, мизинчик оттопырит, кофе пьет,
такой век. И говорят нам наши жены, берите с Мишеньки пример. Гляди, Миша позитив, гляди, мы все от Миши без ума. Гляди, и мы гляди, смотреть про день. Но поучите весьма. Алексиком, а, сударь, паста мне и надо. И скажет, а остатки пустяки. Вчера сказал, но блес облик, убил бы надо. А ведь раньше были только матюки. А раньше была женевичка иной. Гулял и пил он, как пленный персонаж. И жены прятали детей, мужей спиртной. Но глупых жен он брал на абордаж. Сейчас он стал святейшего святей. Ему прикинь, наш пьяный балаган, цель нас, как Петру, среди саддукей. И как Давид среди муавитян. Весь положитель, морально-нравственный, красивый, чистейшие прелести, чистейший образец. Еще чуть-чуть возьмут единую Россию. Какой бесславный и бессмысленный. Опять маслом, а я грешен, опять глумлюсь. А все почему? Все от зависти, конечно, мы все навидуем ему. А ведь и мы могли бы тоже, но нет, сила духа только в нем. И зависть, зависть душу гложет, да мы от зависти и пьем. Он смотрит на нас и морщится. Как можно лакать эту хрень? Ему-то, конечно, хочет. Но все, он уже кремень. Так все-таки полезно и разумно перед собой иметь пример и идеал. И все тосты теперь мы пьем за кума, и чтоб он позвонит, дай бог, не развязал.